Добрый день. Говорит и показывает Михалыч. В настоящее время находимся в поселке МПС. Продолжаем экскурсию по осеннему городу. Подъезжая к этому поселку, вдруг смотрю, загорелся чек. Ну что ж, пришлось заехать на это СТО, где я ремонтирую свою машину. Несколько минут проведем там и поедем дальше. Начнем мы свою экскурсию с Комсомольского парка. Посмотрим, как обстоят дела сегодня там. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня на машине чек загорелся. Сейчас можно как-то посмотреть? Ну что, ребята, посмотрели машину, все в порядке. Едем дальше. Итак, мы прибыли в Комсомольский парк, который находится в юго-западной части нашего города. Непосредственно примыкает к поселку МПС. Посмотрите, какая красота здесь. Мы приближаемся к центру парка Комсомольский. Ну, как видим, здесь обстановка ничем не хуже, чем в парке культуры и отдыха, который мы показали немного раньше. Также в центре находится вот сцена, детские городки, спортивные площадки, освещение. Все здорово. Вот, можно выпить кофе, взять на прокат детские игрушки. Есть даже продажа, осуществляется мягкого мороженого. Ну, то есть, как и везде, как и всюду, нормальный, обычный парк. Планируя съемку в этом сквере, точнее, в этом парке, я знал, что он существует, знаешь, что здесь какие-то работы проводятся, но чтобы вот так, вот в такой красе увидеть, я не ожидал. Ну, даже посмотрите, такая необычная композиция. Ну, видишь, действительно настоящий парк. Но, закончив осмотр этого парка, коли мы находимся здесь, в этом районе, а заглянем давайте-ка мы в район, где находится расположен спортивный комплекс Центрального спортивного клуба армии. Итак, направляемся туда. А сейчас мы находимся в районе спортивного комплекса ЦСКА. Вот за моей спиной находится ледовая арена. А вот здесь находится плавательный бассейн. Дальше находится большой тренировочный зал. Как видим, для микрорайона не так уж плохо. Дело в том, что эти площадки обслуживают и местных жителей. Продолжая наш обзор, мы сейчас находимся на улице Переятинской в поселке МПС. Только что на днях закончилась реконструкция главной магистрали этого микрорайона. Видите, четырехполосное движение, выставлены светофоры, новые светильники. Ну, все как в центре города. Так мы побывали в одном из микрорайонов города Абакана. А сейчас направляемся в совершенно новый микрорайон, который называется Арбан. Мы там были год назад. И посмотрим, что произошло за этот год. Новый микрорайон, который носит название Арбан. Мы едем по улице Некрасова. И во всей красе перед нами открывается микрорайон, который носит название Арбан, что означает по-хакасски «счастье». Как видим, большая часть микрорайона уже отстроена. Посмотрели его во всей красе. А сейчас мы находимся в будущем центре этого микрорайона. Перед вами озеро. Вокруг него будет располагаться так называемый Арбан-парк. И вот перед вами во всей красе строительство новых домов. Это в том месте города Абакана. Даже никогда не возникало мысли, что из такого появится бурное строительство. Это место с болотистой местностью, окраина. Вместо свалок, а теперь вот такой микрорайон.
Итак, мы находимся в одном из микрорайонов города Абакана, который носит название Арбан. Но это вот при въезде. А давайте сейчас зайдем внутрь кварталов этого микрорайона и посмотрим, как протекает жизнь уже в обустроенном районе. Поехали! Да, ну что сказать, город приобретает совсем другой вид, какой я помню лет 50 назад. Ну а здесь мы видим, завершается строительство новой школы в этом микрорайоне. Как видим, темпы неплохие. А сейчас мы пойдем посмотрим, где уже кое-что закончено. Это стадион этой школы. Площадка. Ну что, мы видим то, что все идет к тому, что в ближайшее время придут первые ученики. Я думаю, даже, скорее всего, они уже придут в этом году. Продолжаем осмотр микрорайона. Да, темпы строительства просто поражают. Возникает крамольная мысль. А куда столько жилья строится в нашем городе? Кто будет заселять эти дома? О, какой красивый дом. Глядя на этот дом, никогда не подумаешь, что ты находишься в своем городе. Такое мы видели в столице, в Европе. И вот она, жизнь пришла в наш город. Итак, какой бы район города мы ни посетили, везде кипит жизнь. Строятся дома, строятся новые микрорайоны. А здесь возводится очередной жилой дом. На этом мы заканчиваем наш обзор. Мы показали лишь малую часть нового микрорайона Арбан. На этом мы заканчиваем. До свидания, до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Михалыч.